Командиру 3-й авиаэскадрильи Алешину вторично требую продолжить розыск и установление связи с линкором «Марат». Комфлот. Невозможно лететь. Я сам знаю, что невозможно. А кто может? Чкалов. К дьяволу я с него шкуру спущу. О, это ты, старая курица? Насидишься и ты на губтвахте со своим дружком. Слушай, кто еще? Чкалов. Я запрещаю вам напоминать мне о нем. Слушаюсь. Кто кроме? Я. И Чкалов. Точно. Вызвать Чкалова с губтвахты. Марш! Дружба — это кольцо, а у кольца нет конца. Первый в совете, первый в башне. Ну, обнаружить Марата не было никакой возможности. А Чкалов? Не встречал с тех пор, как разошлись на поиски. Отдыхать. Туман не найдет аэродрома. Разобьется. Я едва сел. Огней совсем не видно. Прожектора! Горючее кончилось. Он утонул или врезался в корабль? Прилетит. Горючий кончится, на самолюбии прилетит. Вон. Точно. Вон. Товарищ командир, задание выполнено. Эскадра противника обнаружена, сброшен вымпел на линкор «Марат». Ну как вы нашли в тумане? Вы уверены, что передали именно «Марату»? Я, товарищ командир, по бортам летал, надписи читал. Прикажете опять на губтвахту? Отставить губтвахту, разбойник. Сумасшедший. Здравствуйте. Здравствуйте. Что мы будем теперь делать здесь? А что? Летний сад, погуляем. В такой ливень? Ничего, я привык. Ну, говорите, наконец, в чем дело? Вам известен романс, мне все равно страдать или наслаждаться. Я в воздухе всегда пою. Как только оторвется машина от земли, я пою. Мне все равно, страдательно наслажда. Как же мы тут пройдем? А что? О. Лужа. Позвольте. Ну, что вы хотели сказать мне? Ну, что же вы молчите, говорите. Боюсь. А мне говорили, что вы храбрый, вы трус. Пустите меня сейчас же, пустите.
опять, а? Предал. Ну, я тебе сейчас скажу. Валерия необходимо спасать во что бы то ни стало. Он заработал себе репутацию воздушного лихача. Достаточно одной шальной выходки, а она будет. Обязательно будет. Я не понимаю, почему все это вы говорите мне? Да, я человек грубый, может быть, это не деликатно. Но у меня была мать, я понимаю, есть всякие нежности. Ну, вся его судьба под ударом, и я не могу ждать. Когда вы там округлите ваши чувства и станете его женой? Вы с ума сошли? Я совсем не собираюсь быть его женой. Будете, вы не знаете этого разбойника. Он с Волги, и такая же у него душа. А как он летает? Как он летает? Это прирожденный талант, художник. Что за болван? Летать над Ленинградом запрещено. Ну, послушайте, ну и что же вы? Поймите, что я не могу его больше прятать по губам. Да. А вот вы лаской или... Черт возьми, ну у меня ж была мать. Только вы можете повлиять на него, как будущая жена. Ну поймите же, что я не хочу я быть его женой. Да не хочу я, вы понимаете, не буду я его женой. Будете? Нет. Забудьте все, что я вам говорил. Не будете вы его женой. Я буду его женой. Как ты теперь командиру в глаза посмотришь? А что ты Ольге скажешь? Убью. Кого? Обоих. Буйвол ты этакой. Да ты знаешь, зачем командир на мост приходил? Он за твой интерес хлопотать приходил. Брешешь. Ей-богу, я сам видел, как он цыкнет на нее. Она побледнела, задрожала. Врешь. Ладно, говорит, буду я Чкалу верной женой. Врешь, Пашка, вот теперь совсем врешь. Ну, знаешь, я полвека на свете прожил, не брал и врать не буду. Уродит же такой человек. Что ни день, то новый выход. Врёшь! Просто поехали! Паша, врёшь! Ну что ты маленький? Как ты это отыщешь? Ну что ты, что ты маленький? Уйди. Есть, товарищ командир. Хорошенький у нас, чтобы он плевать. Садись. Батя. Ты прости меня, я дурак, черти что подумал. Да. Жалко мне тебя. Ну, кто лучше всех стрелял? Кто? Чертова башка, я тебя спрашиваю. Чкалов. Кто бесстрашно бился и побеждал всегда? Чкалов. Кто не боялся ни бурь, ни туманов, ни черта, ни дьявола? Чкалов. Кто выполнял любое задание? Чкалов. Кто получил благодарность от наркома за искусство? Чкалов. Ведь вот твой актив. А кто ради озорства? Коров самолетом гонят. Так что коровы доиться перестали. Кто? Ну что ты молчишь? Отвечает Чкалов. Кто вверх колесами летал, несмотря на запрет? Чкалов. Кто ниже всех пилотировал, вопреки уставу? Ну, Чкалов. Кто под мостом пролетел? Кто больше всех на гауптвахте сидел? Ну, Вася, ну что ты как хоронишь меня? Ведь вот же я живой, здоровый перед тобой. Валерий Чкалов. В штабе округа подписан приказ о твоем увольнении. Я чуть ли не в ногах валялся. Полет на Марат помог. Отстоял тебя. Ух ты, Господи, спасибо, батя. Ну, подожди. Но я дал слово, что после первой же выходки я приведу приказ в исполнение. Когда это было? Позавчера. Позавчера?
Это же значит, вчера я сам себя под мостом. Теперь ты можешь прочитать приказ. Не понимаю. Нет, за штуки мои, за коров, за характер. Это... Гоните, бейте, признаюсь, виноват. Но ведь вы же говорили, что в тумане летать невозможно. Птицы говорили мне, и те в тумане летать не могут. А как же я буду подкрадываться к врагу? При ярком солнце, что ли? Вот я летал. Я не птица, я человек. Батя, говорили же, точное управление самолетом невозможно. Да, невозможно. Потому что мы летаем на истрепанных старых гробах. Но я-то ведь новый. Я пролетел под мостом. Батя, я истребитель, боец. Значит, я должен летать так, чтобы это пригодилось мне в будущем бою. Ведь в бою я буду брить самые низкорослые травы. Ну пойми, то, что ты можешь, других губит, других заражает. Но ведь все ребята интересуются, как я дерусь. Хотят выучиться, расспрашивают. Тихомолку одобряют мои неуставные действия. Где же правда-то, батя? Пусть я не военный, пусть я уйду, но где правда? Посмотри мне в глаза. Где правда, батя? Валерий, я сам многого не понимаю, не знаю. А но... я хочу знать. Что это такое? Бояться нового? А может быть, хуже? Может быть, кому-то не хочется, чтобы наши истребители побеждали? Может быть, мои враги — это наши общие враги? Что, с ума сошел? Замолчи, не твоего ума дело. Нет, моего ума дело. Я заявление в партию подал и должен... Вот потому, что твоя честность спутана с сумасбродством, а храбрость не нужна мухарством, тебе отказаны в приеме в партию. Бывший старший военный летчик Чкалов... Прошу сдать документы. Ну а деньги? У тебя есть? Возьми. Летчик Чкалов, вам командир приказывает взять деньги. Ты кому командуешь? Нету здесь военного летчика Чкалова. Больше нету. Прости ты меня, я виноват перед тобой. Прости ты меня за все. Я всю ночь думала, и я хочу сказать вам... Я уволен. Значит, говорить нам не о чем. Уеду на Волгу. Прощайте. Прощайте. Обещай мне на всю жизнь не вмешиваться в мои летные дела, если буду летать. Обещаю. На всю жизнь. Да что там, баста. Не буду больше летать. Поеду на Волгу. Она добрая, примет меня.
народ утруждается. А ну давай, заходи! Эх, раз еще раз! Эх, какой бы из тебя рыбак вышел! Да, не вышел, дед. Что ты, оно что не вышел? В воздухе не удержался, и земля тебя обратно не принимает. Эй, заходи, заходи! А ты пустоцветом по свету шляешься. Хоть сейчас помирай, хоть завтра. А хоть бы и сейчас. Во, а в таком человеке дело его будет. На земле его держит. Брехали на слободке, что и ты летать, как птица, можешь. Не жить мне без этого. Эй! Утонешь! Утонешь! Выплывет. Это папка. Папка наш с тобой опять летает, летает. Он далеко-далеко. Он нас в гости зовет. Тебя на самолете катать будет. Ж-ж-ж-ж-ж. Папка нас ждет с тобой. Ж-ж-ж. Валерий. Валерий. Здравствуйте. Что случилось? А? Игорь. Подержи. Игорь. Здравствуй, Игорь. Здравствуй, Игорь. Ну что, что, что? Зубки прорезались, а? Нет еще. А это плохо, если у него все сразу пойдут. Ольга, ты знаешь, как правильно? Два снизу, два сверху, потом четыре снизу. Ух ты мой. Валерий, что случилось? Почему ты приехал, а? Чаю нету. Ну, что ж ты дальше не спрашиваешь? Я же обещал тебе не вмешиваться в твои летные дела. Вчера я вел свой небесный автобус. Ты разбил машину? И вдруг я почувствовал, что больше не могу. Что у меня руки сами ходят. Вот возьму, брошу машину в пике, в петлю и растрясу эту публику к чертовой матери. И ты тряхнул. Я доставил и посадил их нежно, как ящик с яйцами. А потом пошел и взял расчет. Можно мне вмешаться еще немножко? Немножко можно. Я понимаю. Я понимаю, что у тебя неприятности. И теперь вот еще... Ничего, Валерий. Скоро они пройдут. Ты опять устроишься куда-нибудь. И заживем мы с тобой как следует. Я не знаю, как следует. Это у тебя, как у сына, режутся зубки. Мучительно, больно. Потому что не по правилам, а
а все сразу. Зато будете вы у меня зубастой. А потом ты сам немножко виноват. Не умеешь ты с людьми ладить, быть как все. Да если бы я был как все, я не летал бы так, как и летаю. Я всем своим нутром, всеми печенками истребить. Боец. Значит, в жизни я должен идти прямо, не сгибаясь. Если быть, так быть лучшим. А ты хочешь, чтобы... Потом, Ольга, я сколько раз тебя просил, не вмешивайся в мои летные дела. Да! О, дома, разбойник! Батя! Батя, здорово! Здорово! Здорово. Постой, а где же борода? Сгорела. В аварии холера сгорела. Вот черт возьми. Сгорела, брат. Как же мы, бать, будем без бороды-то, а? Ну, значит, конец бороде. Я уж привык за 2 года. Да ведь ты тоже, говорят, остепенился. Молоко возишь? Нет, опоздал. Я свое и тут отвозил. Выгнали? Нет, сам ушел. Великолепно. Борис Михайлович, входи. Знакомься. Чкалов, лучший из летчиков, которого отовсюду выгоняют. Мухин, конструктор машины, которого все разбиваются. Чкалов. Мухин. Вот, познакомились. Ну, разбойники, вы нужны друг другу, как воздух. Здравствуй, Ольга. Трудно. Познакомьтесь. Ну, теперь к делу. Очень хорошо, что тебя выгнали. Да я сам ушел. Допустим. Не в этом суть. Я нашел тебе дело. Твое настоящее дело. Хочешь летчиком-испытателем на завод Минжинского? Испытателем? Что? Почуял, разбойник. Помнишь наш разговор? Что наши старые машинки-то не по твоему вкусу. Ну вот, теперь с ним сам ищи. Примеривай, сколачивай себе новые подходящие крылья. А уж после на них полетит вся наша армия, вся страна. Понимали? Да. Это значит, я буду первым летать на скоростных. Точно. Буду выжимать из машины все до предела. До предела. Любую фигуру на любой высоте. Точно. Травы брить, вверх колесами летать, а на гауптвахте кто будет сидеть? Будешь, будешь летать так, что крылья будут отваливаться, моторы сыпаться, и твои барабанные перепонки лопаться. И морды об землю, черт тебя побери, тоже падать на ней первым будешь, если тебе так нравится. Договорились. Договорились. Только, что? Батя, тогда уж я буду летать, как Чкалов. Ну да, конечно. Но ты поймешь, разбойник, что летать, как Чкалов, это летать значит осторожно. По уставу, на положенной высоте, чтоб комар носу не попочил. Да, понимаю, 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 как в школе. А ну, ребята, давайте 2 к мотору, по 1 на крыло, остальные туда. Подвигайте. Давайте, смелее, смелее, давай, 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 ребят, давай, давай, давай. Давай, давай, правее, правее, давай, на правое крыло, давай, 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 давай. Смелее, смелее, вот так, точно. Еще заноси, еще так. Хорошо, прямо. Пошли, ребята. Вот так. Валерий Павлович, летишь? О, Дима Костенко, здорово. Снова надежда? Да хочу оттолкнуться на парочку фигур. Ну, желаю. Пока. Что такое? Куда? Все пропало, Валерий Павлович. Машину только сняли с испытаний. Какую машину? Нашу? Да-да. Опасная, не маневренная. Забраковали прием. Не маневренная? Ну, сапоги. А ты чего молчал? Что же я могу? Ну, пойдем. Нет, не пойду. Пойдем. Я не хочу больше этой муки, я не хочу пойдем, больше... Пойдем, пойдем. Риск, я... У меня жизни... Жизни ты хотел, да если у тебя осталось хоть капли ее, и то должен отдать. Что ты мне разговаривал? Валерий Павлович. Знаю, пойдем к директору. Здорово. Директор у себя? Уехал. Куда? В наркомат. Скоро будет? К концу дня. Валерий Павлович. Куда?
Не могу, не могу. Знаешь? Знаю про твою чумовую. Так и прячешься от позора. В наркоман, говорят, уехал. Не прячусь, а секретарша путает. Так. Не могу. Эта машина, это аспид какой-то. Ты на ней сколько раз стукался? Я-то ведь знаю. Вот она у меня где сидит. На меня наплевать. Ты разрешение дай, тогда мы... Не могу. Мне специалисты говорят, машина негодная. А я тебе говорю, машина превосходная, конечно, боевая. Именно такой истребок и нужен Красной Армии. Ох, как морду на нем бить будем. Ты вот вспомнишь меня тогда. Ты только дай мне довести. Да ведь не я, дорогуша, ведь приемщики мне говорят. Я выполняю. Приемщики говорят. А совесть тебе говорит чего-нибудь или нет? Человеческая совесть, большевистская. Завод 2 года машину делал. Миллионы трудовые затрачены. Хорошо, Вадим. Ведь ты 2 года не был в отпуске. Хочешь путевку в Сочи, а? Слушай, ты что, дурака валяешь или в самом деле болван? Гражданин Чкалов, позвольте вам сказать! Я тебе не позволю! Гражданин Шик, а того! Я тебе... Уйду! Миш, ну что тебе? У меня жена, дети, и я рискую головой. Значит, надо. А ты чем рискуешь? Местом? Ты что, старый хрен, стоишь? Мотор не спускаешь. Есть мотор! Товарищи, да что же это мы делаем? Товарищ Серго! Шалягин! Хорошая машина. Хорошая? Хорош. Товарищ Серго. Подожди. Подожди. Пустяки, насморк. Насморк? Значит, жив-здоров. Кости целы? Конечно, целы. Тогда в машину. Машину, машину за мной. Конструктор в машину. Прошу, один раз разрешите мне, не разрешаю, ничего не разрешаю. Садитесь. Садитесь, вам говорят.
Что мне с ним делать, с этим чудовищем? Григорий Константинович, позвольте мне сказать. Сиди, Чкалов, сиди, отдыхай. Ты свое уже сказал. Только что, на аэродроме. Вверх ногами. Так я тоже умею. Говорите вы, товарищ конструктор. Ваше мнение о своей машине. Что это? Значит, она всегда будет такие сальто-мортали выделывать? Значит, не вышло, Григорий Константинович. Не вышло. Не вышло. Не вышло. Да ты цены себе не знаешь, Григорий Константинович. Это такой, такая голова и такая душа. Одной души, товарищ летчик, часто бывает мало. Голова на плечах тоже неплохая деталь. Я тебя знаю, Чкалов. Черт. Тебе только дай волю, ты к нам в окна залетать начнешь. Григорий Константинович, нам нужны машины. Свирепые, как звери. А такие рождаются с риском, с кровью. Ведь нужно жизнь свою заложить, чтобы покорилась постой, такая. Постой, постой, Валерий, ты мне зубы не заговаривай. Я с тобой говорю об этой машине. Эта машина, по-твоему, хорошая машина? Хорошая. Хорошая? Хорошая. Какая к черту она хорошая машина, если она вот хозяина своего не слушается? Вы не беспокойтесь, она будет слушаться, вы мне только дайте разрешение. Ничего не разрешаю. Да я докажу вам, Григорий Константинович, что чем? Это... Да ведь это же умница! Чем? Чем ты мне докажешь? Докажу. Что она хорошая машина? Докажу. Через месяц на параде умру, а докажу. Мой военный летчик Чкалов. А ты кто такой? Ваш ученик? Не помню. Как же? Испытательный институт, курсы, ночной полет. Да разворот по душе. Егор? Ну да. Что ж ты на меня кричишь? Простите, я не узнал. Что ж ты учителя своего не узнал? А вы же ученика своего не узнали. Резвый. Чкалов! О, батя! Здорово! Здорово, Григорий! Здорово! Ну что, не ожидал? Нет, не ожидал. Командовать парадом буду я. Ух ты, как пошел! Ну, летал аккуратно, начальство слушался. И ты мне, разбойник, карьеры не портил. А ты тоже, я смотрю, франтом. Весело живешь? Скучно. Об армии тоскуешь? А то как же. Мать она мне, а я ей чужой. Вот и болтаюсь, как ворона среди голубей. Сейчас вот ученик мой, мальчишка, и тот на меня цыкнул. Эх, неуютный ты, Валерий. Смотри, полки самолетов стоят. Кто вывел их в люди? Чкалов. Радуйся, гордись. Я радуюсь, горжусь. И сегодня блеснешь. Машину новую покажешь. Убьюсь, но покажу. Ну-ну-ну, вот этой фигуры ты мне не показывай. Товарищ командующий, прибыл по вашему приказанию. Есть. Вот, кстати, противник твой. Он будет драться со мной. Так точно, с вами, товарищ Чкалов. Жалко. Кого? Тебя. Ну-ну, слушайте вы, разбойники. Драться мне, как в приличном доме, по уставу. Драться корректно, деликатно.
на положенной высоте, чтоб комар носа не подточил. Понятно? Поняли вы меня? Я не понял. Что? Мне не деликатность, а маневренность боевой машины показать надо. Ну-ну. Ты опять за старое. По местам. Есть. Теперь зрители увидят поединок между двумя новейшими скоростными истребителями. На самолете номер один капитан Байдуков, на самолете номер два Чкалов. А сейчас самолеты разошлись в разные стороны, чтобы потом с исходных позиций начать бой. Что ж это? Простите, получилось наоборот. Неожиданно бой начался сразу немедленно. Чкалов старается уйти от своего противника, но его самолет явно уступает по своей маневренности и скорости самолета номер один. Бог, побьются! Сворачивай! 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 Валерка! 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 Очнись, теленок! Видал? Видал. Чкала. Орел! Ай, я говорю. Чижик. Сам ты воробей. Самолет номер один занял выгодное положение. А Байдуков? Нет, простите, не Байдуков, Чкалов. Чкалов опять отступает, а Байдуков преследует своего противника. Давай, Валерий Павлович, давай! Давай! Жизни не помнишь, чтоб мой буйвол отступил. Вот сей буйвол. Теленк твой буйвол. Самолет Чкалова пытается догнать своего противника. Но вряд ли это возможно на его машине. Доказал, что? Доказал! Табак делает. Сядет в притирочку. На скоростной-то грабанется. Ну, еще парашют. Чкалов не бросит машину. Пилотажа выбросить колесо. Товарищ Батя, что с машиной? Почему Чкалов не садится? Не
палатки с левой ногой шасси. Прикажите оставить самолет и выброситься на парашюте. Есть. Немедленно выброситься на парашюте. Есть, немедленно выброситься на парашюте. А пойдем домой, парад кончился, а то народ хлынет, тогда не пройдешь. Пан Павлович. Черти за мной делаете. Сталь. Оттуда не упал, а с высоты 2 метра все-таки упал. Какой упрямый. Это не вам. Это мой самолет воплотил. Хорошая машина, товарищ Сталь. Очень хорошая. А почему вы ее не оставили и не выбросились на парашюте? Так. Оставить такую машину, это ж опытная. Она стоит миллионы. И потом сами у товарища Сталина сказали, что хорошая.
Ваша жизнь, жизнь летчика, нам дороже любой самой замечательной машины. Моя жизнь? Жизнь. Он и слова такого не понимает, товарищ Сталин. Ему наплевать жизнь. Как так? А сколько вам лет? 31. И уже не любите жизнь? Нет, но испытателю часто приходится играть, рисковать жизнью. Играть, рисковать. Жизнь, товарищ Чкалов, это наше самое дорогое вооружение. А играть оружием не рекомендуется. Я плохо сказал, но я истребитель. И признаю только такого бойца бойцом, который, несмотря на верную смерть, идет и жертвует собой без сожаления. Вот. Теперь он совсем плохо сказал. Умирать тяжко, но не так трудно, товарищ Чкалов. А вот мы за таких людей, которые хотят жить. Жить как можно дольше. Бороться, разить врага и побеждать. А вы знаете, сколько лет живет орел? Орел? Свыше 100 лет. Более 100 лет летает. И скажу вам по секрету, что я сам хочу прожить побольше лет. Вот мне уже 55, а я еще так мало успел сделать. Не шучу. И вообще нехорошо, когда с жизнью шутят. Возьмите это и дайте слово, что никогда больше не будете писать таких неуклюжих писем. Обещаю. Обещаю, товарищ Сталин, летать долго. Летать, пока в моих руках есть сила держать штурвал. А глаза мои видят землю. Вот и отлично. А уж если рисковать, то только тогда, когда перед собой ясно видишь большую, великую цель. Не так ли? Что-то случилось, Валерий, что-то случилось. Случилось. Сталин со мной говорил. Я понимаю. Сталин, да, да. Что же он говорил с тобой? Он говорил про меня. Понимаешь? И главное, ну, я разве могу сказать так, как он сказал? Стой. Он сказал, что я мало тебя люблю. Да, боже мой, Валерий, ну что ты такое выдумываешь? Да, мало тебя люблю. Правда. И детишек. Он правду сказал. Олежка спит? Спит. А Игорь? Лёлька. Лёлька. Как же мы жили. Это значит, уходили дни, годы. А я ничего не видел. Коверкал, мучил, терял. Лёлька, одевайся. Идем в летний сад. Какой летний сад, Валерий? А черт, это Москва. Ну, все равно. В сад. В сад. Я все сначала хочу пережить. Понимаешь? Ничего не отдам. Все, что мы упустили, чего не успели, что потеряли, пойдем. Пойдем. Чтобы все лучше, полнее. Вот как это было. Вот ты подошла. Вот ты подошла. Ну. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ты тогда сказала? Сумасшедший. Сумасшедший. А я-то болван. А? Нет, не буду ругаться. Слушай, Ольга, подумай страшно. Ведь мы объясниться в любви так и не успели. Да. Не было у нас никаких слов про это. Нет. Вот, давай все в порядку. Вот. Вот мы идем. Идем, 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 идем. А где же лужа?
Куничевал! Все равно я понесу тебя. Я понесу тебя не так, как тогда, осторожно, душевно. Но ведь дождь, тогда лил замечательный дождь. Да, чертовский дождь хлестал. А что тогда сделал? Что ты тогда сделала? А я, дура, вырвалась от тебя и убежала. Ольга! Ольга, что будем еще сделать? О, пойдем. Цветы! Давайте. Еще. 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 Держи. Пожалуйста. Это вам. Куда ты, Валерий? 4:17:08. Паша! Немедленно сматывайся ко мне. На свадьбу! Валерий! У нас не было свадьбы, она будет сегодня. Валерий Павлович, да. Какая свадьба, а? Свадьба? Я, Паша, сегодня жизнь обвенчался. И Валерий! О, устала. Устала, ну, отдохни. Паша, иди звони по телефону. Вати, Егору, гармонисту, гитаристу, зови всех. Будем танцевать, веселиться, пить, писать, как не знать, что нет. Сыдоч, давай бокалы. Наливай. Ну, ну, Ольга, наконец-то. Товарищи, предлагаю... За что? За жизнь. Ура! Пойдем на кухню. Чем мне оправдать эту жизнь? Чем его отблагодарить? Чтоб Паша сделал такое? А вот что, Валерий Павлович. Заправим мотор, взвесь свечой над самым Кремлем и шандарахни в боевой разворот. Потом и мельманы, тройную бочку, штопор. Пронесись под самым окном и крикни: спасибо, Иосиф Виссарионович, и 250 мертвых Пети подряд. Ну и что же, я 400 могу. 400 лучше. Лучше кому? Кому это нужно, жизнью рисковать, когда нет перед тобой большой, великой цели? Нет, Паша, с вертелями кончено, отыгрались. Надо по-новому жить. По-новому? А это как по-новому? Закрой его, почему? Ну, как? Гости. Погоди, погоди. Действительно, без фортелей я жидкий человек. А ты что сидишь, как потерянный? Потерял. Что потерял? Да ничего не потерял. Выпил много.
Ну, ребята, сегодня мой день. Утвердили мне большой перелет. Да? Точно. Ну, радуйся, разбойник. Ну, за меня-то радуйся. Вот буйвол. Сколько лет я с ним возился, марать разводил. Я радовался, когда видел, каким прямым ходом прет человек. А сегодня мой день. Эх, вот если бы сейчас война, собрать бы таких молодцов, как батя, Егор, да бригаду таранищих, бомбардировщиков. Таранищих, таранищих. Волька, все-таки лечу. Лечу, пока бензина хватит. На север, на полюс. Куда? На полюс. Куда зверь не забегал. И птица не залетала. Возьми меня с собой. Рад бы, Валерий, не могу. Экипаж-то уж подобран. Не могу же я разогнать людей перед самым полетом. И потом, куда нам двоим таким? Возьми. Возьми, Вадим. Возьми. Мне по-новому жить. Новая дорога нужна. Мне от себя уйти нужно. Я характера своего боюсь. Валерий, не могу. Ну, ладно. Так ты пойми, как экипаж-то подбирали. С песочком, чтоб без пятнышку. А бортмеханик кто? Дима Костенко. Ну, еду. Ну, еду. Ой, вот ты хозяин. Да нет, слушай, не, полагается. Паша. Ну, за твой полет. Спасибо. До свидания, старик. До свидания, старик. Валерий Павлович, беда, батя разбился. Только машина не виновата. Хорошо шла. Потом обледенела. Ну, а ты что ж, надо было назад. Да, Саша мой, штурман, мне тоже сказал, надо назад. Я поверну. А потом солнце, Волька, оттаяло. И как подумал, всю жизнь своего полета ждал. И вот теряю. Тебя вспомнил. Ведь я тоже сокол. Нужно было твердо возвращаться. Помолчите, тут не следствие. Я снова повернул на полюс и знал, что поздно. И летел. Да что же ты метался-то, батя? Уж лучше бы сразу на полюс. Да, зря я тебя не взял. Да не в этом дело. В характере у меня Чкалова не хватило. Нельзя на характер ногой наступать. Он отомстил, батя. Да. А парашют, батя? Я приказал Саше и пилоту выбросить. А сам? И я бы прыгнул. Обязательно прыгнул. Но ведь машина не виновата. Ведь это я. Я сам. И я не мог. Я должен был попытаться спасти ее. Да ведь это я когда-то мог, батя. А ты сам учил нас и вдруг... Нельзя умирать побежденным. Товарищ Чкалов, нельзя же так. Надо уважать. Что уважать? Говорите. Что? Смерть? Ненавижу, презираю, плюю на нее. Ну-ка, уходите отсюда. Уходите, потом будете церемонию разводить. Здесь товарищи прощаются. Хорошо, я уйду. Только, пожалуйста, тише. Тише.
что это? Открой окно. Мне жалко жизни. Жалко, что летать больше не буду. Только машина дивиденд. Хорошая машина. Долетит. Долетит! Постой, Вася. Постой. Вася. Ты слышишь меня? И умереть можно так, чтобы с тобой эта жизнь не кончилась. Не тоскуй, батя. Я полечу. За тебя в твой полет. А может, я все испортил. Не разрешат тебе. Я добьюсь. А ты Сталина попроси. Сталин поможет. Я добьюсь. Ну, поцелуй. Егора возьми, штурманом Сашу, непременно. Он тебе нужен. О. Смотри, разбой. Прощай, батя. Мне нужно скорее найти этого штурмана, батя. Пойдем. Вот он. Простите меня, я сейчас там плохо говорил с вами. Ради бати простите. Давайте лучше поговорим о полете. Да-да. Лететь! Пей, 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 пей
Я даже боюсь. Я бы хотела, чтобы все вдруг вот так остановилось. Ну, нет. Попробуй самолет во время полета остановить. Он упадет. Нет, двигаться. Гляди, гляди, как Валерий твой откалывает. Нет, ты гляди, а Егор? Егор, ну что ж, Егор тоже не ничего. Сам ты ничего. Это ведь я его на ноги поставил. Турну его в Волгу, плыви, говорю, выбирайся на берег. Что ты плетешь? Павел Павловича тоже почему в жизни научил. Ты? Он же мне тогда чуть всю рыбу не упустил. Как было дело? Я ему сказал, Валерий Павлович, брось фортеля, разве для этого тебе жизнь дадена? Он послушал и вот с этого момента пошел. Эй, мил человек, не оттуда он пошел. Большую рыбину глубоко надо шарить. С Волги он пошел. Не только с Волги. Товарищ народный артист. Заслуженная. Простите, задумали мы на Северный полюс лететь. А на это нам один человек и говорит. Зачем вам по чужой земле летать, раз у нас своей мало? И так показал нам. Вот так Москва, а так Петропавловск на Камчатке. Хватит, летите. Полетели и прилетели. Так как наш маршрут называется? Ну, Сталин. Я не вас, простите. Скажите вы, как? Ну, сталинский. Так значит, кто его на ноги поставил? Знамо, не ты. Ну, не ты, не ты, я больше не ты. Позвольте приложить вам на вальс. Пожалуйста. Что вы? Хочу сказать только вам по секрету. А? Летим в новый перелет. Куда? Вот. Что вы? Это просто сказка какая-то. Жюль Верн какой-то. Никакого тут Жюли нет, а верно, с минут на минуту ждем звонка. Да? Фу. Как смешно, Валерий. Я прочла на карте, что залив, куда вы прилетели, называется залив счастья. Правильно. А помнишь, я тебе говорила, что когда-нибудь мы заживем как следует. Ольга, но теперь ведь я знаю, как следует. Пойдем выпьем за это. Егор! Егор! Наливай! Саша, Нарзан переходим. Товарищи! Со славным окончанием сталинского маршрута! Ура! 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 Подожди, подожди. Сталинский маршрут еще не окончен. За бесконечное продолжение сталинского маршрута. За будущий перелет. Куда? 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 Ишь, какие любопытные. Валерий, куда? Подожди, одну минуточку. Подожди, подожди, подожди. Алло. Да. Вот он. Кто? Звонок. Одну минуточку. Ну, Дарья, я. Ну! Да, как экспедиция на Северный полюс. А мы, как не разрешили, нам звонили о разрешении совнаркома. Да. Да. Ошибка. Значит, нам не доверили, Паша? Нам не доверили. Ну, это ты погоди, Валерий Павлович, погоди, погоди. Да мы все вверх дном перевернем. Да мы до совнаркома дойдем. Говори, кто запретил? Кто? Сталин. Ну, а чего ж ты шумишь? И, может, это правильно. Ты подумай сам, кто ты теперь. Ты ведь герой всего Советского Союза. Твой портрет на улицах вешали. Ты для народа праздничный человек. Да нам теперь зря вздохнуть не дадут. Не то, что головой рисковать. Нет, теперь нам не разрешат. Нет, подожди, послушай, Паша. Вот меня в партию приняли. Значит, во сколько раз я лучше жить и работать должен? Должен. А если нет у меня этого перелета, что я буду делать? Ну, всякой партийной работы будет. Летать!
Вот моя партийная работа. Погоди, Валерий Ильич, погоди. Ну скажи ты по совести, что тебе не хватает? Квартиру тебе новый дали. Слава у нас какая, звание, ордена. Да есть! Все есть! Только дай мне в этот перелет летать. Знаешь, Валерий Павлович, теперь я тебе правду скажу. Голова у тебя закружилась. Куда ты вздумал лететь? Ведь это немыслимое дело. И все это знают и молчат. И я, старый дурак, тоже молчу. И только Иосиф Виссарионович один тебе правду сказать не побоялся. Вы сами указали мне этот путь. Почему же теперь вы хотите отнять его у меня? Больше 100 лет летать, сказали мне. А жизнь коротка. А летная жизнь еще короче. Вот никак я не предполагал. Оказывается, я виноват, что Чкалу на месте не сидится. Что Чкалу захотелось в Америку полететь. И потом, разве жизнь измеряется годами? Ведь можно совершить один такой перелет, который останется жить в веках. Он один будет стоить 300 лет жизни. И потому что ваш перелет, именно такой перелет, мы хотим иметь твердую уверенность в его успехе. Есть ли у вас такая уверенность? Мы готовы к перелету, товарищ Сталин. Мы все продумали, все предусмотрели. Товарищ Сталин, поверьте мне, как летчику, что здесь нет слепого риска. Я, конечно, в вопросах авиации не такой специалист, как вы, товарищ Чкалов. Но я также не привык верить на слово. Вот видите, из-за вас нам пришлось потревожить очень многих товарищей. Правда, каждый из них в своей области подтверждает, что ваш проект очень хорошо продуман и теоретически выполним. Теоретически. По той простой причине, что история еще не знает такого перелета. Вся наша страна, товарищ Сталин, идет такой дорогой, которого не знала истории. Мы привыкли не бояться этого. Ну, зачем бояться? А учитывать надо. Потому что даже такие технически передовые страны, как Америка, не отваживаются на такой перелет. Товарищ Сталин, у нас есть самолет, который является лучшим из всех существующих для дальнего перелета. Зачем нам оглядываться на Америку? Нет, товарищ Чкалов, надо все-таки оглядываться. И когда вы прилетите в Америку, хорошенько оглянитесь. Когда хочешь обогнать, обязательно надо оглядываться. Мало мы знаем о погоде, которая ждет нас в Арктике. Мало метеорологических станций. Товарищ Сталин, у нас их больше, чем на всем остальном полушарии. А теперь, когда мы так глубоко врезались в Арктику... И это облегчит перелет через полюс? Еще бы, товарищ Сталин. Значит, мы не так плохо поступили, что сразу вам не дали лететь, а сначала послали туда экспедицию. Да, товарищ Сталин. Мы не поняли тогда. Так вот, товарищ Чкалов, вы работаете летчиком-испытателем, и вам доверяют драгоценные машины. А ведь это тоже испытательный полет. Весь мир будет следить за вашим самолетом. На что, дескать, способны большевики со своими 5-летками? Это я понимаю, товарищ Сталин. Да. И вот люди и заводы, которые создали вашу машину и подготовили ее к полету, вся наша техника, авиация, наука, жизнь и работа вот этих людей за этими бесчисленными огнями. И не только они, а кровь, пролитая в долгой борьбе, годы страданий и труда всего нашего народа сделали возможным этот перелет.
Вот что должны мы вам доверить, товарищ Чкалов. Пронести перед всем миром в этом перелете. Да. К такому перелету мы не готовы. А вот теперь, когда вы понимаете это, я уверен, вы готовы к нему. Пусть будет по-вашему, товарищ Чкалов. Ни запада, ни востока. Всюду юг. Полюс скоро. Полюс проехали, следующий Канада. Граф, что же вы не разбудили черти? График. Да ну тебя с графиком. Что ты делал? Ничего, Полин. Полюс. Как попал? Ну ладно, довольно забаскарить. Саша, пиши радиограмму. Всем, всем, всем. Вот он, полюс, пуп земли. Нет, пиши лучше. Неприступная точка, к которой с трассы стремились Амундсен, Седов, Пири и другие. О, бесконечное белое пространство. Сколько страданий и лишений дарил ты человечеству. Но нашлись такие, которые, это я про попальцев, которые сумели поставить ногу на твою непокорную выю, нет, лучше напиши шею. Итак, полюс неприступности остался позади. Очень. Точка. Ну, что получилось? Москва, Кремль, полюс позади, все в порядке, подписи. Фу, здорово. Поэт ты, Саша, а не профессор. Постой, постой, погоди. Погода табак. Всюду туман, циклоны бродят. А в Канаде обещают грозовой фронт. Черт. Циклоны бродят, грозовой фронт. Слава у тебя, Саша, все красивые, а дело вот, дело дрянь. Нельзя же обходить, опять расход бензина. Эх ты, поэт, поэт. Валерий, иди сюда, начинается. Обледенение. Давай давление на антиобледенитель. Пойдем вверх. Будем бороться высотой. На, возьми маску. Не надо. Кислород экономить. Корка льда миллиметров 10. Полный газ. Выдавай вверх, а то машина от льда развалится. Так долго идти вы не выдержите. Кислорода не хватит. Задохнетесь. Выше, выше, выше. Солнце.
На, подыши. Одень маску. Да ведь подохнешь. Приказываю дышать. Молчи, Саша, молчи. Сто раз мог разбить себе башку, и не было страшно. Чувствовал силу, а сейчас сил не хватает. Надо правильно рассчитать свои силы, и сил станет вдвое больше. Да. Та-та-та-та-та. Зовут. Зовут. Саша, принимай. Зовут. Чкалову, Войдукову, Белякову. Вся страна следит за вашим перелетом. Ваша победа будет победой советской страны. Желаем вам успеха. Как самочувствие экипажа. Крепко жмем ваши руки. Сталин, Молотов, Ворошилов, Жданов. Передавай. Спасибо. Самочувствие прекрасное. Все в порядке. Саша, Москва опять. Москва. Америка. На аэродромы Сан-Франциско, Сиэтл и других с вечера собрались толпы народа. Ждут. Аэродром запрашивает, какой музыкой встречать победителей. Победителей хорошей русской. Валерий Чайковский. Экономить кислород. Ничего, внизу горы. Я между гор поведу самолет. Врежемся. Да не врежемся, но врежемся. Полюс уже пройден. Нет, надо найти другой выход. Решаешь? Режемся в горы. А что тут решать? Между гор идем. Нет, Егор, нет. Нет. Решение будет следующее. Послушай, Саш, голов не разбивать.
а повернуть вправо на 90 градусов, обойти горы, держать курс на океан и прилететь всем живыми. Саша, рассчитай. Какой бы из тебя профессор вышел? Да, вот не вышел. Мы так потеряем 1000 километров. А ты, Егорушка, хочешь, чтобы мы потеряли все 9000 и наши головы в придачу? Ты забыл, что мы несем на крыльях нашего самолета? Нет, ты забыл. Ну-ка, иди отдохни. Иди отдохни, я поведу. Спасибо, спасибо, спасибо. Они просят сказать несколько слов о нас, американским гражданам. А, можно. Можно. Пойдем? Пошли. Что они? Успокойся. В Америке свист – это высшая форма проявления восторга. Ой, не нравится мне эта форма. Дипломатически необходимо сказать что-нибудь, понимаешь? Ну, дипломатически. Что там дипломатически? На крыльях вот этого самолета, через холод, разделяющий нас, мы пронесли привет от многомиллионного нашего народа великому американскому народу. Очень. Сумма. Сколько? 170 миллионов. О, well. Долларов, рублей. Рублей. Нет, не рублей, а человек. 170 миллионов человек работает на меня. Так же, как я на них. Понятно? Вот.
верящий в свое счастье, в свои способности, завоевать это счастье. Эта вера вела нас через облака, туманы, циклоны и всегда приводила прямо к цели. Ибо если весь наш советский народ, возглавляющий человечество на его пути ко всемирному коммунизму, желает одного и того же, то это желание непременно будет осуществлено! Велик и могуч русский народ, народ Разина и Ломоносова, Пушкина и Ленина, Горького и Сталина! Хороша. Вот, Паша, ведем машину, газанем вокруг шарика земного, а потом... Что потом? Куда потом? Паша, живем с тобой, ты пятый, я четвертый десяток. А еще так мало сделали. Всю Азию облетели, Европу прочесали. Самую Америку маханули. Теперь весь земной шар облетим. Куда же дальше? Куда? Куда мысль человеческая, туда и мы с тобой, Павел Павлович. Неугомонный человек.